Привет всем друзьям, с вами снова я. И сегодня мы с вами немножко обсудим игру сборной России со сборной США. Как уже многие высказались, а примерно это было так. Что, блядь, проиграли? Какая нахуй теперь машина? Ё-моё, ну неужели кто так играет? Что вы делаете, ребята? Судьи, гандоны засуживают нас, политика, чмошники и пиндосы. Бедный Василевский, молодчик, тащит как только может. Блять, все закрыто, фланги закрыты, по бортам закрыты, наши не могут в большинстве ничего. Что это, куда это годится? Срочно менять тактику, срочно переделать все нахер звенья. Кузнецов, мать твою, ты вроде умный человек, хорошо играешь, но такие глупые сраные удаления, подставил всю команду, идиот. Вот примерно вот такие вот мнения можно было уже прочитать, либо услышать от ярых болельщиков сборной России. Но, по моему мнению, мы получили от этой игры очень большой опыт. В том, что мы теперь знаем, что такое играть с сильной командой, чего нам стоит ожидать, чему нам стоит готовиться и какие решения нужно принимать перед каждой игрой с такими командами. Не все так плохо, как казалось бы. Не ругайте нашу сборную, а то получается мы только болеем тогда, когда наши выигрывают, а когда проигрывают, все, с ног до головы дерьмом обливаем, так делать нельзя. Если ты с командой, ты с командой до конца. Будем надеяться, что красная машина покажет еще свой класс. Сегодня наша игра с чехами, смотрим и болеем вместе. Всем большущего здоровья, всем респект, всем удачи, всем пока.